История со знаком вопроса. В скором будущем крымские школьники будут учиться по русским учебникам. Новым предметом для них станет история России. О том, как интерпретировали роль российского государства в учебниках по истории Украины, выясняли наши корреспонденты. Учитель истории Дмитрий Борисов рассказывает, раньше учебники по его предмету менялись чуть ли не каждый год. Некоторые события то появлялись, то вновь исчезали с книжных страниц. И вот 13-й год учебник, здесь никакого упоминания про битву под Кондопом вообще мы не встречаем. А в предыдущих учебниках, да, было, чтобы показать, как вот украинцы боролись с Московским царством. То есть Власов, чтобы удержаться на плаву, выражая интересы, например, той власти, которая пришла после Оранжевой революции, пишет одно. Период правления Януковича, он перестраивается и здесь меняет курс. Для того, чтобы донести до школьников наиболее реальную и полную картину событий, учителям 1-й Симферопольской гимназии приходилось разделять исторические факты и оценочные суждения авторов. Несоответствия в учебниках находили и сами школьники. Будущий выпускник Михаил Манаев будет поступать на исторический факультет. За время обучения в школе свое мнение об учебнике «История Украины» формулирует так. Всегда говорилось о том, как ущемляли права украинцев, якобы русские. То есть, ну, это нормальные исторические события. В результате войн сжигаются города. Но в наших учебниках современных показывается, что сжигался направленно для того, чтобы как-то унизить, что ли, украинский народ. Этого, конечно, история не приемлет, на мой взгляд. История – наука объемная и сложная, считают некоторые школьники, поэтому на учебники целиком не полагаются. Стараются формировать собственный взгляд. Не от учебников зависит дело. Ну, то есть русские учебники, украинские учебники. Все зависит от того, как подают информацию. А информацию нам подают замечательно, и мы можем сформировать свое мнение. Учитель истории Сергей Белявский к обучению школьников подходит со всей ответственностью. Ведь исторические перевертыши в учебниках – не редкость. Один из них касается событий Великой Отечественной войны. Когда незначительные, можно сказать, факты, которые в целом не повлияли на ход военных действий, они подавались как наиболее важные, потому что это, прежде всего, было связано с героизацией воинов украинской повстанческой армии. Таким образом, учащихся должны были подводить как бы к выводу о том, что значимые события, они именно связаны с деятельностью украинской повстанческой армии. Ну, а Красная армия – это как-то что-то, ну, это, на мой взгляд, опять же, нечто второстепенное. Учиться по российским учебникам крымские школьники смогут уже с 1 сентября 2014 года. Оксана Куприянова, Андрей Трещук. Время новостей.